Всем привет, с вами Жека, и сегодня мы с вами будем сажать малину за моим домом. Там был раньше огород, сейчас там все заросло, очень много травы, аж в окна забивается. А вот лопату давайте возьмем, нам лопата нужна. Ее побьем. Народ, газонокосилки у меня нет, поэтому придется все делать вручную. Берем вот так и ее. Надеюсь, вы не будете думать, что я позвал соседа, который газонокосилкой мне все покосил, чтобы вы лично убедились, что я сам все это делаю. Ну что, народ, ямки я вскопал. Вот видите, да, лунки, вернее. Лунки где-то по 25-30 сантиметров. Глубже я не стал. В принципе, глубже для малины не надо. Хотя по моему телосложению особо и не скажешь. Похудел в последнее время. Наверное, это все по нерву и жизнь в городе. Ну что, народ, вот я накопал 20 кустиков малины. Чудо-ягоды, как я ее называю. Тут даже клубники немного накопал. Тоже можно посадить. Ну что, народ, приступим к посадке малины. Вот такой корень. В принципе, он целый. Не в принципе, а целый. Грузчик, я считаю, это не работа. Это как в спортзал ходить. А если хочешь что-то руками поделать своими, да, то деревня — это лучший вариант. Поэтому запомни, мужик, уезжай с Москвы в деревню, как это сделал я. Палки я не буду ставить. Так ее, думаю, она... Там я также сажал без палочек, с веревочками, чтобы не упала. Я этого не делал, поэтому думаю, она не свалится от ветра, потому что, в принципе, 25-30 сантиметров довольно глубоко. Так что я буду очень признателен, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайки, сделаете репосты. Заметьте, обязательно это сделаете. Я буду вам очень признателен за такую услугу. И надеюсь, в дальнейшем вас не разочарую, не выговариваю, извините. И буду радовать своими новыми прикольными видео про то, как москвич переехал жить в деревню. Всем привет, с вами Жека, и сегодня мы с вами будем сажать малину за моим домом. Там был раньше огород, сейчас там все заросло, очень много травы, аж в окна забивается. Во дворе я уже убрался, вы это видели в предыдущих роликах, вернее, успел немного травы подергать. Газонокосилки у меня нет в данный момент. Я ее еще не успел купить, поскольку я здесь меньше месяца. И особого времени у меня не было, чтобы ходить по магазинам. Поэтому мы все с вами будем делать вручную, выкорчевывать руками. Наверное, меня большинство смотрит людей из города. И для них это покажется немного диким, как это так, можно траву дергать руками. Но мы с вами не пальцем сделаны, и поэтому, я думаю, мы справимся с этой сложной работой. Спасти мир от сорняка, расчистить у меня за домом огород, посадить туда малину. Думаю, мы все это сможем с вами сделать. Так что я буду очень признателен, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайки, сделаете репосты. Заметьте, обязательно это сделаете. Я буду вам очень признателен за такую услугу. И надеюсь, в дальнейшем вас не разочарую, не выговариваю, извините. И буду радовать своими новыми прикольными видео про то, как москвич переехал жить в деревню. Думаю, это многим будет интересно, потому что многие мечтают уехать жить в деревню, тот наоборот любит жить в городе. Но я пока что на лето сюда перебрался, а в дальнейшем посмотрим. А пока пойдемте выдергивать траву и сажать нашу чудо-ягоду, малину. Такая вот малина уже отспела, как говорится, отошла. Вот она, ягодки. Еще есть, но их уже немного, они уже повысыхали. Я не занимался сборкой ягод, потому что не до этого было. Я здесь один нахожусь, поэтому больше некому было все это собрать и наварить варенье, закрыть компоты в банке.
Жалко, конечно, в Москве она вообще громадных денег стоит, особенно свежая. Но приходится чем-то жертвовать. Вот такие вот ягоды. Кустик тоже спелая, блин, падает свет с кустика, вернее. Вот сколько я насобирал малины. Солнышко яркое, блики на камере, наверное. Думаю, вы видите. Это, в принципе, можно и больше насобирать, но не буду лазить с камерой по кустам. Давайте я попробую, скажу вам, вкусная она или нет. Вкуснейшая малина. Аж всю руку себе перепачкал. Очень вкусная. Свежайшая ягода. С кислинкой и сладостью такая. Бьет по вкусовым рецепторам. По языку. По деснам. По щекам. Короче, взрыв во рту такой ягодный. Очень вкусная. Свежая — это вам не которая продается на рынке. Это действительно не водянистая, а сочная, настоящая малина. Сладкая, скажем так. Потому что как-то я брал в Москве на рынке, она вообще вкуса не имела. Откуда-то или с Египта, или с Турции была. Эта же малина, она действительно деревенская, с Воронежской области. Очень сладкая и приятная на вкус. Скажем так, нежная. Такая. Ее даже, в принципе, можно не мыть, потому что я ничем ее не опрыскивал. Очень неудобно лазить по кустам с камерой. Но, как я говорил в том ролике, что для вас не сделаешь, мои любимые зрители и подписчики будущие, надеюсь. Все-таки хотелось бы, чтобы вы на меня подписались. Вам это, думаю, совсем будет несложно — нажать кнопочку «подписаться». А мне это будет очень приятно. Я буду знать, что хотя бы я все это не зря снимаю, выкладываю, то, что вам это интересно. Там, с горячим чайком дома. Оказаться в деревне, если вы городской житель, перенестись, вернее, в деревню. Через монитор или экран телефона, или телевизор. Я снимаю в 4К, выкладываю тоже. Но YouTube, не знаю, оставляет это разрешение. 1080 точно есть. А 4К говорят, что если у кого телевизор поддерживает, можно переключиться на 4К и смотреть в 4К. Если видео было загружено в 4К. Я загружаю в 4К. Все видосы свои. Ну, почти все. Чуть не провалился. Тут я как крот понарыл. Я микрофон запутывается. В малине. Вот я еще набрал. Я знаю, это любимое лакомство девушек. Но я не девушка, но тоже очень люблю. Лучше на медведя похож, чем на девушку, наверное. Так, вот еще нашел ягодку. Вот она. Вот это уже. Ну, тоже, в принципе, можно есть. Она очень спелая. Вот. Тоже. Такая вот малина, как кто-то поет, по-моему, Иванушки Интернешнл или кто-то про малину. Малина. Я там, извиняюсь за свой бас. Я не певец, я рэпер больше. Ну, когда-то пел, но это было когда-то в молодости, в юности, голос уже погрубел. Вот, и, конечно, уже не так прикольно, как если бы я спел ее лет 15 назад. Ну вот, я набрал столько вот ягод. Давайте сейчас я ее слопаю и скажу вам еще разочек, можно это есть или нет. Это
Даже не то, что можно, а нужно есть. Я, по-моему, мужика превратил. Ну ладно. Малина с мясом тоже нормально. Вкусно. Народ, также если вы захотите приехать ко мне в гости, пишите мне на почту или пишите ВКонтакте, я всегда почти онлайн. Желательно молодые красивые девушки. Я подумаю над вашим предложением после того, как мы с вами пообщаемся, и возможно вы сможете приехать ко мне сюда. Хотя предложение мое было, оно очень заманчивое. Я думаю, поесть малинки, вишен, сходить на рыбалку, если вы ее любите. Я думаю, девушки не все любят рыбалку, но можно что-то придумать другое, покупаться, например. Как видите, виноград я подстриг. Я еще внутри не подстригал его, где огород, скажем так. Это я со двора подстриг виноград, чтобы он более такой эстетический вид имел, чтобы не мешался ходить, когда ходишь, чтобы он не цеплял тебя за одежду. Когда буду подстригать со стороны огорода, я вам покажу, как это делать. Такой теперь вид красивый, скажем так. Ну что, народ, вот мой сарай, где мы травили крыс. Тоже я ролик снимал про это. А вот лопату давайте возьмем. Нам лопата нужна. Я побьем. Я уже этой лопаткой работал на огороде. Так, ну что, двигаемся. Вот столько травы я убрал со двора. Целая скирда, скажем так, сорняка. Это тубзалет. Вот это вот мой огород. Такой вот заросший уже. Моя борода на лице. Все это нам нужно будет. Но не все. Я думаю, все я не успею за пару дней. Думаю, вот этот вот участок мы с вами выдергиваем травку, покосим ее и посадим сюда малину. Также я хотел крышу у сарая, шифер положить. Это, наверное, я позже буду снимать и выкладывать для вас, как я это сделаю. Как городской житель приспособился жить в деревне. Наверное, многим интересно. Можно назвать канал не «Дом в деревне», а «Москвич в деревне», потому что «Дом в деревне» уже есть такой канал, а вот «Москвича в деревне» я не видел. Вот это вот соседи, соседский двор. Такая вот травка. Я, наверное, ее не буду сжигать, а это сено хорошее будет. Я планирую кроликов завести. Буду какое-то время ей кормить кроликов. Я думаю, на неделю хватит. Может, побольше. Вот. Но это не какой-то сорняк. Вот это вот трава, я не помню, как она называется. Если вы знаете, пишите в комментариях. Но обычно такую косят на корма. Поэтому колючки все у меня за забором лежат. Я уже их порубил. Не все, конечно. Там, например, я вообще не притрагивался. Только в саду попилил кое-какие деревья. А во дворе я все колючки убрал. Они у меня лежат в определенном месте. Перегнивают, скажем так. Гниют. Потом мне их как удобрение пущу. Здесь будем сажать. Вот. Видите, да, то, что уже пошел этот плющ по дому, сараю, по дому. С одной стороны, это довольно-таки красиво и оригинально, а с другой стороны, дом деревянный, дубовый. Раньше дубовые дома строили, он из дуба, но сверху дощечки-то обычные, это внутри бревна дубовые. Из-за этого он гниет. Поэтому это мы, наверное, тоже с вами все, даже не наверное, а будем убирать. А так, конечно, жалко, красиво, да, выглядит. Но эта красота довольно губительная. Это
как девушка стерва, да? Вроде бы она красивая, но с другой стороны она ядовитая. Есть такие, да? Также вот это вот растение. С одной стороны, оно довольно-таки декоративный вид придает. Вот. А с другой стороны, губит дом. Поэтому, я думаю, мы будем его вырывать с корнями, как зубы дернуть. Так, ну здесь, в принципе, и посадим нашу малину. Чудо-ягоду. Я ее так называю. Вот здесь. Что, поехали, будем рвать траву. Народ, газонокосилки у меня нет, поэтому придется все делать вручную. Берем вот так и ее. Самому смешно на самом деле, что я делаю. Ну надо ж так-то эту траву убрать. Дергать ее как-то, ну, тяжело на самом деле, потому что она уже метровая и вросла вся. Вот лопаточка, я там так делал. Вот раз и все. Жалко, у меня оператора нет. Берем. Народ, а что, неплохо получается. Главное себе это, ну, пальцы не отрубить. И все. И жить можно. Думаю, я весь процесс не буду вам снимать, показывать. Думаю, за 2 дня мы посадим. Сегодня я траву повыдергиваю. А завтра мы с вами посадим малину. Сегодня вечером уже навряд ли я буду видео снимать, как мы с вами сажаем. Вот. А завтра, думаю, днем можно все это будет снять и выложить для вас. Я решил снять процесс, чтобы вы не думали, что я позвал кого-то, соседа с газонокосилкой, и он мне все покосил. Я все делаю вручную, чтобы вы видели. Просто поставлю, наверное, на ускоренный режим потом, чтобы долго, чтобы видео недолгим было. Просто еще боюсь перерубить провода. Надеюсь, вы не будете думать, что я позвал соседа, который газонокосилкой мне все покосил. Чтобы вы лично убедились, что я сам все это делаю. Никакой там нежный москвич. В принципе, так даже интереснее, чем газонокосилкой быстро раз и все. А так, вроде бы, зарядка. Вот такая вот она, жизнь деревни. Суровая романтика, да? Даже, наверное, не суровая, а мне по кайфу. Я спортсмен, полжизни спортом занимался. Хотя по моему телосложению особо и не скажешь. Похудел в последнее время. Наверное, это все нервы и жизнь в городе. Мужчина должен работать, а в городе работы же нормальной нет, в плане того, что физически только грузчик. Вот. А грузчик, я считаю, это не работа, это как в спортзал ходить. А если хочешь что-то руками поделать своими, да, то деревня — это лучший вариант. Поэтому запомни, мужик, уезжай с Москвы в деревню, как это сделал я. Столько травы прилично видите, да? Охапку уже прилично накосил. Вот сколько примерно я собрал. Видите, да, сколько сена. Для кроликов будет еда. В принципе, половину я уже сделал. Осталась половина. Потом все равно я граблями буду расчищать. Здесь все. Ролик, думаю, прилично по длине получится, потому что, ну, хочется его интереснее сделать, понасыщеннее. Ну что, народ, уже неудобно снимать. Там осталось чуть-чуть, сами видите. Думаю,
Вы мне поверите, что это я все сделал. Буду я, наверное, пока отключаться. Увидимся с вами снова, когда начнем скапывать, сажать. Вернее, мы с вами начнем сажать и скапывать. Также вот я убрал ключ сбоку дома, который не давал дышать доскам обшивки. Этот ключ брал я. В принципе, работа вот не маленькая проделана. Вот она, это скирда, сено, вернее трава. Вот такой, кстати, у меня крыжовник растет. Видите, да? Такой вот он объемный, скажем так, уже созрел, скажем так, поспел. То есть можно собирать компоты, варенье. А там у нас мы поселим по соседству малину. Но только если вы видите, я битые окна все вот это уберу. Весь этот хлам. Вот такие вот старые окна. Ставни такие, рамы. Это мы все будем с вами убирать перед тем, как высаживать малину, чтобы вид более такой красивый был, чтобы хлам всякий не портил всю картину. Вот растения я убрал, уже говорил, ключ, который тут был. В принципе, вот это вот окно в дом хочу на пластиковое заменить, но это все со временем сделаю. Москва не сразу строилась. Ну что, народ, ямки я вскопал. Вот, видите, да, лунки, вернее. Лунки где-то по 25-30 сантиметров. Глубже я не стал. В принципе, глубже для малины не надо. Видно, да, всем? 20 лунок получилось на 20 кустиков. Сейчас я вам покажу, как я 10 дней назад сажал малину, что с ней сейчас. Посадка у нас летняя. Многие скажут, что летом не сажают. А я скажу, что нет, можно. Если ее поливать, малину очень влагу любит. С утра и вечером. То есть я с утра поливал перед жарой. И вечером, как солнце заходило, начинало темнеть, я тоже поливал, чтобы она за ночь отдыхала, набиралась влаги, чтобы корешки давали новые побеги. Я уже это говорил вам в предыдущем ролике, что я малину посадил. Поэтому монтирую где-то 4 дня, я уже говорил. Где-то в среднем 2-4 дня. В принципе, будем сажать. Я скоро уезжаю, поэтому я не знаю, осенью приеду я или нет. Поэтому у нас будет летняя посадка. Вот в следующем году хотелось бы побольше закрыть варенье с малиной. Ну что, народ, вот эту малину я сажал 10 дней назад. Видите, да? Листья все целые, даже видно, что перекопано. Я вас не обманываю, я уже снимал видео, говорил об этом. Там есть отрывок в предыдущем видео небольшой. Вот я вам показываю, что вот я посадил малину. Опять же, я ролики монтирую до 4 дней один ролик. Поэтому где-то 10 дней прошло, видите, да? Листики зеленые, не желтые, не сухие, стебли тоже все здоровые. Не знаю, что с ней дальше будет, но пока что все хорошо, как вы сами видите. Ну что, народ, вот я накопал 20 кустиков малины, чудо-ягоды, как я ее называю. Тут даже клубники немного накопал, тоже можно посадить. Вернее, у меня ее очень много, она у меня как сорняк уже по всему участку, по всему огороду. А кто-то в Москве не может купить себе там килограмм клубники или даже полкилограмма. Для них это очень дорого, а здесь я по ней просто хожу. И сейчас, конечно, она уже отошла, я приехал, и уже не было. Сухие ягоды только, но я представляю, что было, когда мне здесь не было. То есть можно было, я не знаю, столько всего закрыть.
компоты, варенье. Также малину, в принципе, она как сорняк уже себя ведет. Хотя я приехал, очень много малины было, я это снимал и вам это показывал в предыдущих роликах. Ну что, народ, приступим к посадке малины. Вот такой корень. В принципе, он целый. Не в принципе, а целый. Это я там также сажал. То есть вполне это нормально. Там я без удобрений тоже сажал, как и здесь. Поэтому удобрения использовать не буду. У меня их и нет. Потому что я ничего тут не успел. Пока что хозяйство. Берем, засыпаем землей. Так вот. Траву в сторону. Хотя она перегниет. Земля вот такая вот черная. Вот я здесь сорняк покрошил лопатой. Поэтому одной рукой еще очень неудобно все делать. Хорошо, когда кто-то снимает, помогает. Ну, примерно так это будет выглядеть, когда я все посажу, засажу, вернее, этой малиной, чудо-ягодой. Он моя тень. Всем привет. Всем привет. Вот. Вот этот тоже куст сажаем также. Наверное, не все видно, не весь процесс, то что я делаю. Опять же повторюсь, оператора нет. Вот так берем ее и присыпаем землей. Земля немного была бы газонокосилка, я покосил бы весь сорняк до конца, попадается в земле, но это ничего страшного, все перегниет. Главное поливать обильно, что-то малина, она любит влагу. Сам же в свою яму провалился, что вырыл. Вот так вот. Присыпаем. Палки я не буду ставить. Так ее, думаю, она... Там я также сажал без палочек, с веревочками, чтобы не упала. Я этого не делал, поэтому думаю, она не свалится от ветра, потому что, в принципе, 25-30 сантиметров довольно глубоко. Берем и землей. Главное, микрофон не похоронить. И себя тоже, в том числе, не упасть в эту яму. Берем землю. Присыпаем. Я думаю, посажу ее один без вас пока что. А как все сделаю работу, я включу камеру, и вы все увидите. Посадили малину. Вот так вот все эта красота выглядит. Всем видно, надеюсь. Такие вот лунки, у них малина. Я уже полил. Сегодня третий день, как я этим всем занимаюсь.
забывайте подписываться, ставить лайки, комментарии. Всем пока.